сосисочки. Рыбка семга. Рыбка семга. Ну, это брюшки. Ну, все равно. Есть рыба. Не знаю, что это за рыба. Тунец, наверное. Может, и не тунец. Сколько подходов она не говорила? Нет, ничего сказала. Берите себе. Привет, друзья. Вы на канале Hero Travel. И сегодня у нас на обзоре мукота. Тай барбекю буфет. Стоимость 199 бат. Можете набирать все, что хотите. Есть морепродукты, есть мясо, есть курица, овощи всякие, зелень. Сейчас нам растапливают кастрюлю самовар и будем себе готовить. Мы набрали себе рыбы, куриные кусочки и сердечки. Морских тараканов и брюшки семги, креветочки, ну и специи с травками. Па-па-па-пам! Сейчас несут нашу кастрюлю, дяденька ставит. Вот он. Внизу угли, сверху, да, ухват, сверху кастрюли вот такая выпуклость. Когда наливается вода, и сверху кладется все, что вы желаете поджарить. И мы приступаем к готовке. Это у нас автобус, я положу туда прямо бульон. Тараканов можно положить на гриль. Не знаю, будет уже отцы или нет. Таракан один убежал. Креветки можно сварить, наверное, да? Можно, да, сварить. Креветка погружаю. Бульон. А тараканов кладем сюда, не знаю. У нас такая мукота дома есть. Мы, правда, на ней ничего не готовили еще. И сейчас грибы положу. Можно... Грибы подосиновики, местные. Да. Грибы. И трав. Какая-то мелковатая. Ну, можно еще воды налить. Просто... Семгу сейчас буду сюда на эту кладь. Пусть поджарится. Мне просто не помещается. Вот семгу кладу. Ждем, короче. Так. Что говорят, сюда надо яйца добавлять? Не обязательно. Кладем рыбу сейчас. Рыбу, кусочки семги и какое-то филе еще непонятное. Завтра нам в дорогу, вот не знаю, что мы говорили. Ну да. Нужно, наверное, водички добавить. Добавим. Вот такое, братцы, действие. Вот такой супчик у нас сварился. Да. Сейчас закипит, будем есть. Ирина сейчас будет делать наваристый бульон, вот яйца, ну, бьет туда. Мы смотрим, как делают местные, короче, вбиваем, да, яйцо. И второй давайте тоже. Есть хочется уже, ничего не кипит. Да. Боимся сырого, не едимся, и пойдет нам это все не впрок. Хоть яиц выедем, сваренных. Выглядит все красиво пока, но... Все сырое. Да.
сейчас курицу. Сколько обычно суп варишь-то? Ну, суп, смотря какой, из рыбы-то быстро варится. У нас еще и курица. А из курицы сколько будет? Ну, минут 40 надо. Вот надо 40 минут ждать. Ну, тут что-то поджаривается у нас. Поджаривается сало, там лежало. Там кладет сверху кусочек сала, он является смазкой, и чтобы не пригорало мясо или рыбу, когда кладешь на этот кумпол этот. Долго искали это кафе какой-нибудь, тай-барбекю, буфет. Был у нас один адрес, ходили специально его, искали, так и не нашли. А сегодня пошли и случайно увидели прямо напротив нас. Такая кафешка, называется тай-барбекю, буфет. И вот сейчас сидим здесь и готовим. Кому не надоело дома готовить, пожалуйста, приходите в эти рестораны и продолжайте тренироваться. Да. Кому скучно. Да. Нам так все время скучно. Мы все время загораем, надоело уже загорать, поэтому как бы, да. Все время лежишь на пляже. Вот уже вот такой вот вкусняшка получилась. В общем, братцы, если вы сильно голодные, то, конечно, это развлечение не для вас. Но там есть и готовые продукты. Есть типа плова, рис жареный, есть салат из папайи, есть много чего там на столе, фрукты, овощи. Пока вы... есть там тоже. Да, пока готовится, можно это есть. Ну, мы больше как-то на морепродуктах заточились. Вот пока готовим. Можно сидеть хоть до ночи, до 12 часов и развлекаться. Если вам наскучило на пляже, то welcome в барбекю. Народ развлекается тут, сидит. Итак, наш суп готов. И, короче, такого вы вряд ли попробуете. Да. Здесь навар и креветки, и семга. Свининка, да. Не свининки, нет. Семга, креветки, да. Курица, морские тараканы и грибы, да. И зелень. А мне вспоминается один прикольный случай, был во Вьетнаме. Как раз передвели там, сходили, например, в такой вот ресторанчик, и тоже наготовили себе там всяких вкусняшек. А потом у всех расстройства. Так что мы завтра проверим на все это на прочность и вам сообщим, что мы там наготовили, можно ли это есть. Сейчас попробую супчик, подожди. Кстати говоря, супер. Кстати говоря, в этом баре, значит, есть бар, и поэтому они косо смотрят на то, чтобы носить с собой спиртные напитки. Но мы, в принципе, с собой взяли немножко. Взяли так, для приличия. Кока-кола бутылочку и пивка маленькую бутылочку. Потому что тай-барбекю буфет, он как бы подразумевает только буфет, а все напитки идут отдельной ценой. Ирина у нас сегодня за шеф-повара, вчера был я, поэтому как бы... Сейчас зелени добавлю еще. Зелени добавлю, грибочки и морепродукты. Тараканов бросаю в бульон. Тараканов не в прямом смысле, а морских тараканов. Морских тараканов, да, потому что они... Таких тараканов вы здесь много видели? На гриле не очень, а вот рыбку поджарим на гриле, потом можно в бульон кинуть. Тараканов больших мы здесь видели, на самом деле. Они ползают, можно их тоже готовить, если кто хочет. Как бы мы к этому не очень готовы, потому что мы их пробовали, а ей нам понравились. Ирине надо сказать большое капунька. 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 Капунька означает спасибо. Она нас всех угостила, очень вкусно тут. И посмотрим, что из этого получится дальше. Приятного аппетита. Да. Капунька. Тараканов надо макать в соль, да? Хотим передать привет Сергею Воронину, который сказал, что здесь есть... Привет, Сергей. Привет, Сергей. Меня ты не увидишь, к сожалению, потому что я сижу в противоположной стороне.
Работает оператором сегодня. Да. Оператором обычно работаю я. То, что Ирина... я повар. Да. Приятного аппетита. Капунька. Вази. Очень интересное изобретение во многих ресторанах. Вот такая стоит салфетница. Туда вставляется туалетная бумага, короче, двойного назначения. И, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Можете, да, можете взять себе на вооружение, пригодится.